ми продовжуємо наш ефір. І дійсно, як я анонсував, професор Дзинка сьогоднішнього нашого ефіру, а це люди пов'язані з театром, театрали. Ми впродовж тижня анонсуємо різноманітні колективи, які приїжджають до Миколаєва в рамках фестивалю «Homo Ludens». А сьогодні настав час поспілкуватися із керівником фестивалю «Homo Ludens» Миколою Антоновичем Кравченком, заслуженим діячем культури України, заслуженим діячем культури Росії, художнім керівником Миколаївського економічного художнього російського драматичного театру. Просто титулів і титулів. Дякую вам за те, що ви завітали сьогодні до нас в студію. Приємно поспілкуватися з людиною, яка причесна до творчості, до взагалі картинки, так? Тому що телебачення і театр пов'язані все ж таки тим, що у нас у всіх є глядач, і він приємно, що спільний. Тому що досить часто телефонують, коли ми розігруємо квиточки, з неймовірною охотою забирають усе, і ми, звичайно ж, крокують до театру, тому що хочеться насолодитися гарною грою акторів. А все ж таки перейдемо до «Homo Ludens», до 9-го театрального фестивалю, взагалі 9 років. Для початку хотілося б запитати, ось 9 років, як вам, як людині, яка керує цим проєктом, ці 9 років? Який рік, який фестиваль найбільше запам'ятався? Чи кожен по-особливому рідний? Не особенно все, и какой-то выделить из того ряда, который есть. У каждого есть свои плюсы и минусы, есть какие-то вопросы, которые надо устранять или улучшать. Вот. Но самое главное, что есть сам фестиваль, он сохраняется, и очень много фестивалей сейчас в Украине в связи с нашим как бы, экономическим положением и всем тем, что происходит в государстве, они перестали существовать. Вот мы возьмем, к примеру, наших ближайших соседей, Одессу. У них был такой фестиваль «Встречи в Одессе». В прошлом году они провели его 4 гостями, а в этом году вообще не проводили. Он обычно проходил в начале сентября месяца. Это очень хорошее время для Одессы. Еще не холодно, но уже и не сильно жарко. И комфортная золотая осень. Вот. Но вот там не нашлось возможностей, наверное, финансовых, и, наверное, какие-то... Ну, я, в общем-то, не разбирался в тонкостях этой проблемы, но они перестали проводить его. Мы проводим, потому что это некий показатель культурного уровня или настолько мощный культурный пласт в городе Николаеве. Вот, мы продолжаем. У нас есть люди, которые просмотрели эти фестивали от начала до конца. Я вчера совершенно неожиданно... Обычно женщины очень эмоциональные, очень так ярко высказывают свое мнение. Вот, и я вчера стою возле входа, подходит мужчина, ну, средних лет мужчина, говорит, он с женой пришел, спасибо большое, для нас это событие. Вот мы ждем, для нас это событие, потому что есть некая отдушина, которую мы получаем в течение года. Ведь, собственно говоря, гастрольная деятельность театров, она носит такой очень неяркий характер. Вот, и приезжают, к сожалению, в Николаев не самые лучшие коллективы. Это, как правило, ну, такая театральная попса. На невзыскательного зрителя. Представьте себе, что, допустим, приехал какой-то гастрольный театр и привез спектакль по пьесе Чапека «Мать». И никто не пойдет. А а-ля Кобеля, ну, а-ля Кобеля, что же там за Кобеля? Вот на Кобеля пойдут, а на Чапека не пойдут. Поэтому вот и приезжают в зависимости от какого-то вкуса определенной части людей, а эта часть людей, она, как правило, имеет деньги, вот, и идет. Те люди, которые менее обеспечены, это наша интеллигенция, они все-таки пытаются посмотреть ну, и Гоголя, и Островского, и залы у нас заполнены, поэтому сам факт тот, что мы продолжаем проводить этот фестиваль, это уже свидетельствует о определенном уровне
культури нашого города і нашої області. Так, і дійсно глядачів, тому що сам неодноразово приходив на вистави, дійсно глядач сприймає дуже тепло. Я думаю, для них це також подія не тільки те, що культурний рівень підіймається, але все ж таки можливість подорожувати театрами України. Звісно. Тому що поїхати і подивитися виставу немає можливості у кожного, але побачити, як то кажуть, Гарада Магомеда прийшла. Да. Ну і звичайно ж про 9-й фестиваль хочеться запитати в залі по учасникам. Хто учасники, які це міста, тому що ми анонс робили, але все ж таки, як сприймав глядач, що найбурхливіше було сприйнято якусь з вистав? Ви знаєте, сам фестиваль, в принципі, він задумувався як неко така культурологическая акция, которая носит объединяющий характер для стран, для городов Причерноморья. Потому что есть такой клуб, международный клуб, Черноморский клуб, и город Николаев является членом этого клуба еще при жизни Владимира Дмитриевича Чайки. Был учрежден этот фестиваль на ассамблее Черноморского клуба. В Одессе было принято решение. И на фестиваль приезжали представители Украины, России, Грузии, Абхазии, Турции, Молдовы, Болгарии, Приднестровья. То есть вот весь Причерноморский регион, он был у нас в городе представлен. Но, к сожалению, учитывая особенности сегодняшнего дня, кто-то боится, кого-то не пускают сейчас, потому что проехать границу с декорацией это достаточно сложно. Кому-то финансы все ж таки. И финансово, да, в общем-то, может быть, не так финансы, как организационный вопрос, достаточно сложный. И поэтому в этом году у нас только театры из Украины. Фестиваль был задуман как некий такой баланс театров, которые работают на русском языке, и театров, которые работают на украинском языке, вот, украинской мовой. Значит, и мы хотели провести еще такую научно-практическую конференцию, которая связана с феноменом, или, может быть, это не феномен, дружба Тараса Григорьевича Шевченко и Михаила Щепкина. Они были очень дружны, они как представители высокой культуры, высокого искусства находили общий язык. И, в общем-то, я как бы не сторонник такой политики государственной, хотя вряд ли что-то зависит от меня лично, а может быть и зависит, как бы ломать копья и рассказывать, как где-то плохо. Где-то в Молдове, Турции, в России, Грузии. Там есть люди, которые решат свои вопросы, и там есть люди, которые организуют свою жизнь. Меня интересует, что происходит у нас здесь. И я категорически не согласен с тем, что надо обрыть канавы или закрыться забором, потому что эта идея, она не приносит никому из жителей Украины, она никому не приносит пользы. Это какая-то идея, принесенная извне, и всаджена такого на голову, никогда, скажем, то есть так. в мире такие проекты, они как бы обречены на крах. Поэтому я так понимаю, что и этот фестиваль в конечном итоге будет являться тем мостиком к диалогу, который в конце концов будет выстроен. Но не может быть. Только война между Римом и Карфагеном проходила, по-моему, 1100 лет. Если я не ошибаюсь, там, может, если кто-то из историков сидит возле экрана, может поправить, там не 1100, а 1080. Ну, что просто забыли подписать договор об окончании войны, о мире. Вот. А так, ну и, звичайно ж, будемо сподіватися, що це буде діалог, скажімо так, між двома контрдумками, можна так навіть сказати. А взагалі, хотілося б дізнатися про те, ми сказали, миколаївці, інтелігенція приходить на фестиваль, на вистави. А чи, скажімо так, керівництво області, міста приходять і дивляться? Ви знаєте, це віддільна пісня, вірніше, не віддільна пісня, це віддільний анекдот. Вот. Вы знаете, к сожалению,
к сожалению, они не приходят, они боятся. Ну, хотя бы потому, что, ну, как прийти, допустим, мэру города или губернатору, или председателю областного совета в русский театр? Они боятся ходить, а что скажет кто-то там, ну, какой-то немножечко странный человек? Они же пришли в русский театр, это же, це дуже непатріотично. Вот, и, ну, я вам скажу, самый большой ляп в этом фестивале был связан вообще с начальником управления культуры. То есть человек пришел на открытие фестиваля, сел в шестой ряд, вышел на сцену, сказал какую-то глупость там. Ну, как правило, ну а что могут чиновники говорить? Они же приходят в школу, говорят, что у вас самый лучший коллектив. Переходят через дорогу в другую школу, говорят, что у вас самый лучший коллектив. Идут в третью, то есть там есть некая такая матрица, есть запас слов, их 28 или 32, которые, так сказать, определяют все организации, ну, как по штампу. И он вышел, сказал вот эту вот какую-то ерунду, и потом сел опять в шестой ряд, через две минуты встал и ушел. То есть мне задают вопрос представители театра, а что это было? Начальник управления культуры, который должен познакомиться с членами жюри, который должен прийти и поприветствовать директора театра, который пришел. Он просто повернулся задом и ушел. И все, больше не появлялся. Вот это такое отношение. Но слава богу, пусть бы они лучше вообще не появлялись, потому что, как правило, и ведут себя они как дикие люди. Вечно эти телефоны звенят, они выскакивают с зала. То есть такое очень сильно нервничает. Я пропоную нам зараз ще приглянути деякі фотоснімки, які є пов'язані із Хомолюдинцем, із фестивалем Людина Граюча. Ось бачимо також з цього року. Хотілося б все ж таки запитати, дійсно, дякуємо миколаївському глядачу, який все ж таки приходить. Звісно. 10-й фестиваль, буквально тез на декількох словах. 10-й фестиваль і, звичайно ж, завершення 9-го фестивалю, тому що буде представлена ваша робота, скажімо так, дракон. Як взагалі вирішили брати участь, тому що в попередніх роках Миколаївський академічний художній російський драматичний театр не брав участь? Ні, ми брали. Ми в прошлом году, коли фестиваль був посвящен ювілею Тараса Григоровича Шевченка, ми показували свій спектакль «Дні Тараса». Вот, и в принципе это нормально было. Но, как правило, я пытаюсь все-таки дать возможность нашим зрителям посмотреть больше театров, которые приезжают извне Николаевской области. И в этом году тут как бы мы попали случайно. Почему? Потому что должен приехать театр из Мукачева. И силу, наверное, финансовых каких-то проблем, силу, может быть, организационных проблем, они не приехали. У нас остался один день. И остался один день, вот 9 число, закрытие фестиваля. То есть мы заполнили эту нишу своим спектаклем, что, собственно говоря, не противоречит условиям фестиваля. Ну, я думаю, что сделаем такой небольшой анонс нашим телеглядачам. Дорогие друзья, завітайте 100% 9 числа, то есть сегодня 18:30, правильно? Ні? Нет, дело в том, что я в этот раз, к сожалению, не должен приглашать на сегодня наших зрителей, которые не купили билеты, у которых нет билетов. Почему? Потому что не будет мест сегодня, это однозначно. И если на 25 октября еще есть билеты, что вряд ли, скорее всего, что это уже на ноябрь и на последующий, потому что, ну, как-то случилось, что такой спрос на этот спектакль очень... Ну, действительно, потому что есть на что подивитися, я особисто був, и величезно дякую за такие эмоции, которые пережив під час перегляду цієї вистави. Ну, що ж, дорогі друзі, не сумуємо, є ще можливість завітати до каси театру і, звичайно ж, придбати квитки на ті вистави, які ще будуть 25 числа, так? Отож, друзі, дякую, звичайно ж, нашому гостю сьогодні. У нас сьогодні в гостях був Микола Антонович Кравченко. Говорили про театральний фестиваль «Хомолюдинс». Я думаю, що це ще не остання зустріч в рамках нашої студії, тому що театральне життя, воно продовжується, і воно завжди дуже бурхливе та активне в нашому місті. Дякуємо вам.